Семейство Терехиных срочно покидает свою квартиру. С собой забирают самое дорогое – дочь Викторию, собаку, кошку и вещи первой необходимости. 20-му дому по улице Аврора уже 60 лет. Вплотную с фундаментом образовалась трещина в земле. По экспертным оценкам, 15 метров глубиной. Александр рассказывает, все началось пару дней назад. У меня дочь первая заметила, она с работы подъехала, заметила дырку маленькую. Я гулял утром с собакой, тоже подходил, видел, корни висят, все. Потом меня через два вышел гулять, там метра четыре. По звонку сотрудники МЧС на место происшествия выехали незамедлительно. Аварийный дом отключили от электричества и газа. По прибытию оперативной группы было установлено наличие провала рядом с отмосткой дома. Провал площадью по поверхности 4 квадратных метра и в глубину до 15 метров. Можем предположить, что были пустоты, да, которые не учитывались даже при строительстве дома. То есть то, что вот мы наблюдали, возможная пустота, она на глубине свыше 10 метров. И судя по тем остаткам земли на корнях деревьев, на фундаменте, который оголился, все само происшествие произошло на глубине более 10 метров. Более точная оценка причин обвала грунта в районе 20-го дома по улице Аврора появится только после геологической экспертизы. Двухподъездный дом эвакуировали, 12 семей, 27 человек. Власти железнодорожного района предложили людям временно разместиться в спортзале 18-й школы, обеспечили горячим питанием. Если дом признают непригодным для проживания, им предложат маневренный фонд. Сработали, на то все есть. Во взаимодействии с главным управлением МЧС по Самарской области отработали ситуацию. Отселили и... Детей эвакуировали, семей эвакуировали в школу. В школе организовали горячее питание. Организовали охрану, выставили охрану. Следующий момент в данной ситуации. На 18 часов в зале администрации приняли семей, которые на сегодняшний день предложили им смотровые в маневренном жилищном фонде либо в специализированном жилищном фонде. Мы наблюдаем, и потом будет комиссионно принято решение о заселении либо не заселении семей обратно. Дом не аварийный, 5-й категории, ветхий. Вопрос будет рассматриваться в апреле месяце межведомственной комиссии о принятии его либо признания аварийным, либо ветхим, либо что-то иное, какое-то решение. Выселенные квартиры опечатаны и охраняются полицией. Ведется круглосуточное видеонаблюдение за состоянием аварийного дома. В настоящее время провал уже засыпан грунтом. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События.